На третьей фазе на 4 стаках поменяемся. Полетел. От синего луча тоже отходит. Далеко отводишь. С другой стороны клинка есть много места. Далеко от далеко. Вот кто так далеко в кого он влетел? Меня. Стас. Ну сказал же, в центре. Ебать, и бружу. Добивайте, Кайчу.
Нормально. БР танк. Ага. БР или? Ты метки же поставил, да? Как БР откатится, танк БР. Отбегать же надо. Да. Подальше стоим. Убиваем одного за курицу. Берта. Отбежали подальше. Танк не стоит сейчас. Так. Перехваты. Забирать? Да. Убиваем этих. Больно как бьет. Живем. Все, можно бить. Да, сейчас веду его подальше от этого. Сейчас третья же, да? Третья фаза. Да, третья. Необычно играть в тишине без ДБМ. Добивайте. Если видите, что на вас идут, не стойте на месте, беги. А что, он опять на меня сагнулся? Тактика такая же, как на ботанике. Убейте адов, все в адов. Замедляй. Встань. Отдвигаемся от босса, адов добейте. От босса подальше, и адов, ребят. Бабл прожми. Живем. Мобов, точнее адов. Убегай, убегай! Убежать невозможно. Блять, о чем? Сейчас еще появится. Да, еще. Все, босс. Не стойте рядом, там лужа.
единица четвертая. Наконец-то. Что? Так, нет. Самое интересное, сейчас он может одновременно в берсу войти и в этот форму. Смешанная фаза. Сейчас я его буду вводить. Милишники, готовьтесь, бегать за ним сейчас будете долго. И, блин, лучше переключайтесь сразу же на этих надов. Все вайпы только из-за них на этой фазе. Увидели ада, бросили босса, убили. У нас тут берсерка не... Ну тебе что ли, ада? Ага. Подвожу его к ловушке. Бейте, плюс 100% мог бы. А вот получил ухо, что мы лишники на крышке стоят. Подсказка пустов. Давайте, давайте. Все отбежали. Все отбежали. Убивайте а. Что хотите? Даже Маев убил его, смотрите на него. Ни пульки ни кем не стреляет. Кинжалы. Да, посмотри, с ним кинжалы перехитрить. Так, но мне... Нет, нет. Убейте этих ханников. Все вадов, все вадов. Чё-то одна жизнь у меня. Да. Сколько его слить на? 5% точно. Приду отложу. От воде отложил. С дебафом бежали из... На танке ады. Ловушка. Веди его к ловушке. К ловушке. Ой, сюда, ко мне, ко мне, ко мне. Я сзади, сзади. Да, не вижу. Где он там? Ады. Все вадов. Вадов все. Быстро. Так, один. И босс. Снесся. Максим, отходи. Ады, 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 ады. Отошли все. Переживаю. Ады. Надо ходить. Вада все, срочно вада. Не, не, да, да. Не живет. 3%, сколько пацанают? Все от вас зависит, чё. Танк второго сложила. Адов добейте. Адики. Живем, блин. Держите, щелы.
Люху. Сзади три ада. Ады, ады. Ада, все, все в адов. Ох. Фух. Жестко, чуть не умер. Потненько. Да, потненько. Ну, что-то даже я спустил за руку. Ну как же тогда в актуале было? В актуале было попроще, обузили механики локов, рогов. Его ж локи танковали на фазе демона. Вау! Ой, снова раз и дачи вклинься. Добивайте, чё? Сам себя не убьет. Можно проверить. А лестницы кто нет? Сейчас. Чем мне по-любому маска выпала? Хрустальный пик Карабура. Мечта всех хилов. Сейчас, смотри, маска. Эх, нет. Ну что, я записал. Великолепно. Хотя бы этот ТП дали. Ну чё, всех грац. Забудьте квест сдать. Там портальчик вон нам приделали сзади. Вот, да, если кому там есть чем поделиться, не нужно с последним боссом, то говорите. Потно, очень. Я знаю, с него топовый хил, топовое трение на хила сейчас падает. А вот кому-то упал. Память, ну, тянет.